Здравствуйте, дамы и господа. Меня попросили снять такое видео. Один из подписчиков на драйве. Вот я специально для него снимаю такое видео. Может, еще кому пригодится. Ничего сложного, я думаю, что для многих все понятно. Но раз просили, снимаю. Причем переснимаю, потому что первое видео я снимал одной рукой, как и сейчас, собственно. Я не подготовлен был. У меня нет треноги для этот раз. Поэтому придется одной рукой работать, одной рукой снимать. Поэтому уж извините, если какие-то огрехи будут. Снимается вот заглушка вот эта пластиковая, она мягенькая такая вот. Здесь есть винт. А, вот винт. Вот так его откручиваем против часовой стрелки. Откручиваем до упора, если вы видите, там есть зубчики. Не знаю, на видео нет, есть, не видно, не видно. Они не дадут этому болту выпасть в дверь. То есть он там фиксируется. Все, открутился. Вот он болтается. Теперь что делаем? Смотрите. Вытягиваем ручку на себя. Вот видите, вот здесь сложности. Вот. И вот эту штуку одновременно. Ручку и вот эту штуку. Все, освобождаем замок. У меня уже все смазано. В первом видео я все это пытался донести, у меня не получилось. Поэтому я состыкую потом, после всей этой разборки. Видео про замок будет в конце прикреплено к основному. То есть вот так замок. Давайте я сейчас покажу, как все это разбирается, а потом обратно соберу. Значит так. Значит, как ручка вынимается, ее чуть-чуть на себя, то есть вниз. Ну, как бы на меня сейчас. Вот так. Давайте покажу, что пойдет. Вот. Теперь выводим заднюю часть. Выводим переднюю часть. Все, вот ручка. Она уже смазана. Вот такой смазкой я смазал. Белая грязеотталкивающая смазка ликвимоля. Вот смазываются вот эти вот направляющие. В начале ручки. Вот эти пазы с двух сторон и крюк, который вот, видите, там даже след уже, смазка стерлась, это вот открывал дверь, она уже там работает. И вот эта тыльная сторона ручки тоже трется. Вставляется в обратном порядке. То есть вначале вот заводим вот эту вот часть переднюю, потом заводим заднюю, прижимаем и сдвигаем вперед. Теперь берем замок. Так, вот его вот так вот заправляем. Ручку открываем. Так, одной рукой опять не получается. Так, попытаюсь сейчас совладать с руками. Вот так вот. Все, вставили, ручкой прижали. И вот в прижатом состоянии просто закручиваем этот болт на место. Ой, господи, не могу одной рукой. Попробую не прижать нее сейчас. Все, прижал. Все, закручиваем по часовой стрелке до упора. Сильно там затягивать не надо, так. С обычным усилием, среднестатистическим. Вот. Все, достаточно. И ставим на место заглушку. Так, заводим вот верхний лепесток. Потом боковые. Все. Дверь собрана. Теперь будет видео про то, как смазывать сам замок. Смазывание замка. Ничего сложного нету. Раз в год это делаете, и у вас никогда его не заклинит. Для этого нужна вот такая вот смазка, например, специально для личинок замков от ликвимоля. Ключ и замок сам. Как вынимать, я уже показывал. Значит, что мы мажем? Смотрите внимательно. Куда прыскаем смазку? Сюда, на вот эти вот штрихи, которые двигаются, вот так вот. Вот эти пазы, немножко буквально, и на пружинку. Там уже ничего не нужно. Вот сюда еще надо пошипнуть, с этой стороны. Все, теперь последний момент, куда пшикаем, это саму личинку. Для этого надо ее продавить вот так вот
Сейчас. Зараза. Все. Теперь берем ключ, вставляем. Вот так вот. И проворачиваем. И обратно. Извините, что штормит. Я говорю, одной рукой держу, снимаю, второй это все придерживаю замок. Вставляем, вынимаем, вставляем, вынимаем. Все, замок нормально работает. Ключ, правда, немножко грязный будет после смазки, но замок готов к эксплуатации. Все. Ничего делать больше не нужно. Замком все. Ключ просто надо протереть ветошью. Он потом опять испачкается. Ну,